Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября. К этой дате психологическая служба университета подготовила ряд мероприятий по снятию стресса, эмоционального напряжения в связи с выходом к нормальному образу жизни после изоляции в период пандемии. Психологическая служба работает над сохранением психологического здоровья студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза. Специалисты отслеживают вопросы социальной адаптации первокурсников, поскольку эти ребята и в школе, и в университете не были вовлечены в общеобразовательный процесс в привычном режиме. Особое внимание мы уделяем ребятам с особыми образовательными потребностями, с кафедрой Совместной Ассамблеи Народов Казахстана. Также запланировано исследование по выявлению их потребностей, удовлетворенности их тем качеством услуг, которые предоставляет наше учебное заведение. Ну и еще одна зона внимания, еще одна группа наших студентов, это ребята, которые приезжают к нам учиться по программе «Серпин». Тоже это 649 человек.